Здравствуйте! В этом видео я покажу, как создать бизнес-аккаунт в Instagram. Видео было снято для канала NoLedge Reactor. Итак, открываем Instagram, переходим в наш профиль и нажимаем на три полоски в углу. Настройки. Здесь переходим в раздел «Аккаунт» и в самом низу видим «Переключиться на профессиональный аккаунт». Продолжить. Выбираем то, чем вы занимаетесь. Например, вы блогер. И нажимаем «Далее». И здесь вы выбираете либо этот аккаунт для какого-нибудь магазина, для компании или для бренда, или же ваш личный бизнес-аккаунт. Далее. А дальше, если у вас профиль до конца не оформлен, как у меня, его нужно дооформить. И на этом все. Всем спасибо за внимание. Если видео было полезно, поставьте лайк. До свидания.